поехали. Что происходит? Что происходит? Сколько мы здесь находимся в аэропорту? Мы уже в аэропорту находимся 3 часа. Это с момента вылета изначального. Плюс еще мы за 2 часа приехали на регистрацию. То есть мы уже находимся здесь больше 5 часов. Авиакомпания до настоящего времени нам не предоставила ни воду, ни информацию. Какой туристической фирмой вы летите? Мы летим с Анекс-туром. Анекс-тур отправил в авиакомпанию Азер Эйр, если я не ошибаюсь. Москва отправила к местному. Местный мне в течение часа обещает воду. До сих пор воду не привезли. И сколько в аэропорту находится человек? Наш самолет где-то 230 человек, плюс сейчас большой самолет где-то человек 400. То есть мы сидим друг друга на головах. Многие стоят, многие с детьми. Дети уже вот голодные. Не пить, не есть. Что они говорили? Гостиницы, не гостиницы, какие-то условия? Говорят, что через 10 минут предоставят всю информацию. И так каждый день. Ваше лечение. Thank you.